процессе реализации образовательных программ факультета экономики и права задействован целый ряд специализированных лабораторий, кабинетов и центров. Среди них – лаборатория криминалистики и специальной техники, а также учебный зал судебных заседаний, который обеспечивает проведение практических и лабораторных занятий в условиях, приближенных к реальной работе юристов. Юридическая клиника для оказания юридической помощи социально незащищенным слоям населения. Лаборатория социально-политического анализа и прогнозирования, где студенты могут принимать участие в исследовании федеральных и региональных проблем, генерируемых ими угроз и вызовов национальным интересам и безопасности. Особое место в учебном процессе студентов факультета занимает ситуационный центр. Ситуационный центр социально-экономического развития регионов является мощным ресурсом для студенчества. Здесь представлены большие массивы данных, которые можно активно использовать в учебном процессе, проведении научно-исследовательской работы, написании курсовых и дипломных работ, выполнении различных кейс-заданий, практических ситуаций. Применение ресурсов ситуационного центра позволит активно развивать компетенции наших студентов, а также еще более повысить эффективность образовательной деятельности в нашем университете.